Он фирм. Давай, Бау. Ну все, гравицапа сработала. Ну что ж, дорогие товарищи, мы наконец-то начали наш полет в летальную компанию. Полетели. И посмотрим, что нас ждет в этой миссии. Лес. Пять тыковки. Время пошло. Мы побежали. Нет, туда не надо. Вот в другую сторону. Жище, а вот и где. Как быстро стамины кончается, а? Да-да-да. Вообще все по-быстрому кончается. А вот мостик, смотри. Время, конечно, совсем в обрез тут. Угу. Ну это получается 10 минут, наверное. Ну, около того, да. Так, это вот это. Вот и дверь. Сразу же штучка. Так, пойду скину. Тут какая-то серверная. Угу. О, ключ. Отлично. Серверная, я как у себя дома. Так, расческа. Отлично. Сразу надо скидывать на руку. Я пойду пока налево. А ты где? Блядь, что-то сломалось. Тебя... Сломалось? Ну, ты там на месте бегал. А, да, возьми один ключ тоже, вдруг тебе пригодится. Давай, все, ладно, пошли тогда. О, подарок. Господи, я испугался, это ты. Да, оранжевое небо, оранжевые дети, оранжевые. Опять ты телепортировался. Что-то с... Вот я говорю. Кто-то с... Нет, вниз пошли. Не, ну конечно можно попытаться туда перепрыгнуть, но что-то мне как-то... Но у нас походу только один выход. О, расческа лежит. Ага. Давай, я смотрю. Я снимаю. Ага. Ой, а вот тут как раз таки эта херня. Так, что-то открыто. Ой. О, у тебя лопаты есть? Нет, у меня лопаты. Иди прямо. Иди прямо. А, теперь налево. Налево, да. Прямо, прямо, прямо. Налево. Налево, налево. Да. Ой, черт. Оно тебя убило нахер? Бля. Пиздец. Как мне отсюда выбраться, сука? Я потерялся.
Блять. Там кто-то, кстати, здоровый ходил. Я слышал шаги тяжелые. Да там тебе вот эта хрень убила, и что делать-то? Надо просто одного, одному фонарик купить, а другому лопату. И потом, типа, если что, сбросить просто этот фонарик или лопату, ну, в зависимости от того. Ну да. Слушай, а ты же заказывал что-то, да? Не, ничего не заказывал. Вот в том фишка. А, нет, что-то заказывал? Или это что такое? Или это просто штрафы? По-моему, штрафы, да, дают. Лопату, наверное, да? Вот у нас и первый летальный случай произошел на предприятии. Ну давай, лопату заказал. А, да. Куда полетим? Ну тут ничего не подписано, давай ассюранс тогда. Давай, ассюранс. Просто написал слово фак. Получилось? Сработало? Неизвестно. Хоть погодка радует. Где? А, вижу. Да, здесь у нас можно утонуть, да? Надо под ноги смотреть. Не, можно было утонуть при дожде. А, только когда дождь. Ага. Понял. Тут собаки иногда бегали. Но под вечер. А кто сказал, что это собаки? Ой. О! Что-то прилетело. И ушли. Да, забыли. Кто прилетел? Ой, черт. Она наверху. Блин, выдыхаешься, как собака, знаешь. Не говори. Вот лопата. Я взял. Ты только лопату, да, заказывал? А больше не нашли денег. Ага. Пошли. Нам сюда. Я так понял, что когда эта хрень на лицо прыгает, а весь лут падает. Наверное. Сразу. Так что если, допустим, на тебя запрыгнет кто-то, то лопату этого подобрать смогу, чтобы сковырнуть. Ну, я заметил, что там просто все как бы. Вот сюда прошли. Да. Сейчас я отдохну. Подожди, я старый человек. Я не могу быстро бегать. Там в свете отдохнем. Да. Let it go. Выдохни, отпусти. Чё, куда? Пошли направо. Давай, да. Печок. Выскочил. Ой. Ёб твою мать. Да-да-да. Ну нахер. Флэш лезет. Блять, какой-то СЦП, да, знаешь? Там тоже. Да-да, у подарок. А, супер, забирай.
Это чатики Лариса. 46 лет в 15 метрах от вас. О, пиво. Пойду на вынесу тогда пока. О, у меня есть. Знак еще. Давай, на, бери ты. Это как лопата работает. Я пойду пивко отнесу тогда и вернусь с этим, с лопатой. Да. Ну, я далеко тоже не буду отбегать, что там. Время посмотри. Сколько время? Я тут. Я что-то не посмотрел, ну еще светло. Ну понятно, ну ладно, не важно. Где-то 10 минут. Там снизу можно было пробраться. Mm-hmm. Я гляну, что здесь. Звук. Страшно. Кто-то, походу, за дверью есть. Чш. Вижу подарок. Понял. Вижу бутылки. Пиво, да. Какой-то ремоут. Все, пошли на выход. Здесь fire exit. А вот выход, кстати, рядом тут. Да, но там другой, бегать далеко. О! Снизу. Нет. Он куда-то вышел. Он, блядь! По низу беги! По низу! Сука, убил. Еще он такой быстрый. Чёрт, уходи нахер. Уходи. Сдавай бутылки. Где дверь? Дверь. Уходим. Да-да. Ну нахер. Да-да-да, уходи. Ух. А, ты меня не слышишь. Ну, у нас еще и времечко есть. Только телепорта нету. Ладно, извини, дружище, но я за твоим телом не вернусь. Да, жаль лопату, но что осторожно, это же пчелы. По-моему, если мне не изменяет память, это херня, на которой нужно смотреть и нельзя отворачиваться. Если отворачиваешься, то она на тебя бежит. Это что за херня? Ты меня, конечно, не слышишь, но я надеюсь, что ты понимаешь, что надо объяснять. Где корабль? Корабль в правильном направлении идешь, только немножко шорткат. Почему он не отображается? А, вот, отобразился. 5 часов. За пивком надо вернуться. Угу. Уже темнеет. Лопату оставь. Учали. Потемнело. Сохраняем режим тишины. Направо. То есть налево. Темнота пошла. Тут всякие нехорошие твари могут прибежать. Вот у меня подвисло. Что ж такое там? Чтобы подвисать в последнее время. Это Steam? Это какие-то похожие симптомы на самом деле. Это бесит.
Вот. Ух, твою мать. Срочно, срочно отсюда сваливаем. Ага. Красава. До свидания. Новых встреч. Мой любимый город. Окей. Ну что? О, с возвращением. Привет, да. Коди вернулся, да. Как нам теперь его ему? Ой. Да можем закончить, а можем попробовать один день последний оставшийся. А, это нельзя. Это нужно непосредственно сдавать. Я думал, знаешь, какие-нибудь вещи, типа, вот такого типа. Слушай, ну мы можем начать третью кампанию, а это сохранение оставить, допустим, на следующий раз. Когда мы, допустим, будем еще раз вдвоем играть. Ну, типа того, да. Сейчас, я так понял, нет возможности. Это да. Давайте его уже сделать. Че, тогда начнем новую кампанию? Ну ладно, давай начнем тогда новую. Если что, вернемся в эту. Да, ладно. Давай. Ладушки, рассоединяемся.